Пойдем же. Иду. Ныря. 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 Вон лошадь едет. Где лошадь? Капуста вот начинает расти. Так, где у нас этот порошок подвески? Там цветовая капуста технически называется. Я их вчера, знаешь, сколько ты колотил? Да не колотить вон. А это Леша впал в детство. Ой, как красив. Пап, ты что делаешь там? Да я вене что-то делаю, сейчас надо капусту опрыскать, там какая-то гадость. Это капуста. Вот это капуста, которую жрут жуки. Вернее, не жуки. Тыква крупным планом. И песню пою. Мои подсолнухи. Неплохо, когда здоровые там семечки такие здоровые. Ну, пусть растет, отлежите, да семечки потом будут. Нет, тот-то пускай, я новые, которые не это. Это окрестности родительской дачи.
манжурский орех. Давайте. Опять что ли? Сняли урожай. Ой, какой большой. Котов. Смотри, яблоки. У нас растут такие бананы большие. И такие крупные яблоки. Богато живете. Вот на экране живете. Иди сюда. Ну. Вот сюда вот, Жень, вот здесь вот. Она хоть живая? Я говорю, она не шевелится. Ну-ка, дай-ка я ее. Вот это вот. Знаешь, как цветут в сентябре? Это Женя с мамой укроп собирает. Завтрак на природе. Собрали. Вкусно. Главное, полезно. Было очень красиво, а сейчас уже чувствуется приближение осени. Осенняя пора, очей очарование. Приятно мне твоя прощание. Иди, Таня. Леша, сними на фоне машины. Нери. Нери, нери, нери. Да. На новой машине. Ну что, поедем, да, еще? Я тут, допустим, все обрызгал, ведро развел. Ну, я тут сейчас собирать нельзя, потому что она уже закинула. Нет, а я тебе не... Вкусно, Нери? Вкусно? Вы телефон смотрите, если чего, мы хозяева. За сколько? Ну, у нас два участка. 14 соток вот туда до леса, наверху там машина. Это машина теперь Леши станет. Спасибо. А, ну просим за 70.
А как же иначе? Ты что здесь в наших краях делаешь? Это бабушка моя. Пример подаю. Леша, иди вот к нашу компанию. Сейчас а он выпьет. Попадает туда. У Лёши теперь есть компания, да, Лёш? Собираю, поехали. Ну подожди маленько. Ну пойдемте вот по проулочке. Вот, черемуху. Я сейчас согну вам черемуху, вы поедите. Давай. Лёша, там сумку убери. Что это вы здесь делаете? Кушаем черемуху. Костями, слышишь? Ну-ка похрусти-ка. Хруст. Хруст снимите. Сибирский варвар. Подожди, Ленька, остатки, вы что? Да. Боярку собирать. Черемуха. И черемуха. А боярка где? Вот она рядом, смотри, бордовая. Ты посмотри, срок. Интересно. Не знала. Ой. Ой, мама. Подожди же ты же. Нелька, уходи оттуда. Кто обнаружил? Саня. Первый. Ой. Ну да, ягоду света увидела. Тарзан. Посмотри, осторожно. Давай сюда. Согнешься? Сейчас, сейчас. Он как живчик. Везде залезет. На березу уж на такую. Нажрался, блин, как это. Есть? Я не знала, я бы уже давно помаленьку бы порвала. Жалко сыпается. Ну, она сейчас вкусная, спела это. Все, пошли отсюда. Бутылочка, я пёс сейчас. Ты берите. На, Люда, еще. Еще свой водник унеси. Иду. Щегно. Витя, класс. Его видно, нет? Видно. Вот еще чернов рядом. Ныря. Сейчас Женя подойдет. Снимаешь, что ли? Да. Снял там крупным планом. Говорят, дед варвар сидит, ломают все подряд. Объяснить можно. Пойдет так. Для тебя себя надо в ведро сесть. Конечно. Причем плодоносит она каждый год там. Там не, нету этих деграсов. Люба, ты знаешь, что такое катачок? Наедаться с ней. Там обычно говорят, пошел черепу сидеть, скажи, делиться его ковырек. Подковырек. Уже больченька была в 80-м году на свадьбе. Там помню. Мама говорит, в 3 года ездили. Да, ну в 3 года. И купили мне бурки голубые. И идем я это с этими бурками. Мне так они понравились. И вот такие высокие дома в Ташкенте. У нас же не было, я же такого первый раз вижу. И вот это вот я помню. Из всей поездки.
Да, собака всеядная. Женщина-то заинтересовалась, говорит, вот немножко пораньше дача, там какая-то родня откуда-то. Ну, говорит, ничего, буду звонить, куда-то она сказала, ей кому что ли. А какие я не помню? Дамшевые они были, настоящие. Вот эти, домик нормально, что тут, след пробросил? Да? Правда, ноги в них мёрзли. Да. А потом вы в Москву поехали, купили Заря фирму. Хотел, чтобы мы пили. Обувная. Серёге там сказал. Мне... Ну ещё. Смотри, вёст. Нет, ты чё, ну, вообще её страшно. Нет, сама выбирает. Сама ест. Можно вот. Погода какая? Тепло стало. Женя, подъём. Бежал. Не новичок, короче. Все, говорит. Просто болит, солидно. Сын бабушки.